Друзья, всем привет! Вы на канале Глазких. Сегодня мы заехали в магазин Ликви. У них много магазинов по Москве. Здесь продается уцененная мебель дорогих брендов. Вся мебель дизайнерская и очень хорошего качества. Скидки доходят до 80%. Кто не был, советуем посетить. Нам нужен был стул на работу для закройщика. Сейчас будем его выбирать. И заодно покажем вам магазин и цены. Кто еще не подписан на наш второй канал, который посвящен дизайну штор на заказ, подписывайтесь. Ссылка будет под видео. Всем будем рады. But it's so much harder than it sounds. I know it's closing if I just stand still. Cause you won't wait forever, so just hear me out. It is not like I don't want you, just scared to try. Even if the odds are in my favor, I just need more time. So if you wait just a little bit longer, I will treat you right. Вот это очень красивое. Вот бомба вообще. У него прям вот эти фасады прям красиво сделаны. Конечно, грубовато, но очень интересно. Ну и скорее всего, почему я вот эта вот уцененка скола. Поэтому цена дешевая. Бомба такая мягкая. В общем, сюда прием за мебелью. Кстати, не обработано, надо будет потом зашкуривать, лаком вскрывать. Не обработано, не обработано, просто потрубено такое. Вот этот беленький. Тоже, да, грубо. Thank you.
это для книжек подставки, как раз книги. Ну, мне это понравилось. Вот это? Да, вот я это. Видела. И вот это. Вот это прям вообще бомба. Фотографию туда вставить вообще прям интересно очень. Вот старину. Вот эта картина. Вот можно ее прям повесить над кроватью. Так, у нас уже есть африканская женщина, доминиканский кусочек. Да. И золотые такие сломанные крючки в ванну. Хорошо. Сколько-то шикарные, такие античные. Вот и зеркало очень красивое. Шикарное зеркало. Вон там багет очень красивый. А здесь только один магазин или много? У них еще где Рига, Новая Рига. Вот, блин, и цена у него прям нормальная. 27. Может, куда? Куда мы его сейчас поставим? Ну, там только один багет, блин, стоит, мне кажется, сам полтинник. Или нам. Я Кате говорю, давай купим это зеркало. Она не хочет. Вот такого прям багет обалденный вообще. Мы купим еще вот то кресло. Да, мы кресло купим, вот это прям бомба. Цена, конечно, у него, но тут только один багет, мне кажется, под полтинник будет стоить, если в магазине покупать. Мы на картине показывали, багет стоит, он так примерно, почти 80. Да, да. Только багет. Да, здесь прям отсюда резно, это прям бомба. Вообще прям огонь. Это, знаете, можно повесить в доме, в ванной комнате. Это вообще прям классно, вот такой багет.
под мрамор. Вообще офигенно. Его пробьют, потому что здесь небольшой брак. Вот он. О, видите? Какая полоска. Такой вот обалденный стол. Это вот ткани Моррис. Здесь вот этот Моррис, там еще был. Они считаются в Европе очень, ну, достойным таким решением в оформлении интерьера. Ваза классная. Угу. Так, собственно, мы сюда приехали за стульями, за барной стулом. Вон барный стул, кстати, обалденный. Таких не бывает. Вот за такими мы приехали. Кать, только давай сиреневый возьмем, пожалуйста. Пожалуйста. Да нет, со спинок, их не продаются. Знаешь, какой удобный? Вон у нас спинка, знаешь, какой удобный. Притом сиреневый, это прям необычно. Вот. Прям бомба. Скинул один остался за 1000 рублей. Это 1000 рублей всего лишь. Это прям копейки. Да, это копейки вообще. Такой офигенный, крутецкий. Фиолетовый. Фиолетовый же, да? Ну да. Классно. Блин, такие вещи обалденные. Хоть оно и уцененка, но она охрененная уцененка. Если бы мне не сказали, я бы не понял бы. Очень красивые вещи продаются. Мы сюда приехали за барным стулом и за этим, как его, и за креслом. В офис, да, кстати. А вон там дорогие вот эти вот барные. Вон там подальше вот эти. Такие я в домах себе взяла. Ну да. И в цех не надо такие дорогие, они их порежут, сломают. Ну да. Не, такой только домой доставить. Или вот это вообще бомба, вот такие домой надо ставить. Вот. Это вот прям царское кресло. А? Но оно прям бомба. Обалденное эффектное кресло. Или 15 тысяч. Вот вживую оно смотрится прям как нарисованное. Очень классное. Тут даже ковры продаются. Ну, это другая сторона ковра. Вообще классные вещи, блин. Купили этот барный стул и еще взяли шкатулку под золото и часы. В общем, мы купили ништяки, такой вот барный стул, взяли в сиреневом цвете. Шкатулку ты снимал? Нет, и шкатулку. Сейчас в машине придется снять, показать. Ну, шкатулка бомба, бомбическая шкатулка. Вот вообще, блин, хрен где найдешь. Сколько мы ходили по Москве во всяких магазинах, таких я не видел, что продавали. Вот такой торговый центр, Family Room. Здесь это продается. Кому надо, приезжайте, покупайте. Вот такая шкатулка. Такое бархатистое донышко. Красивый. Ну, это для колечек. Складывают там, не знаю, сережки, браслетики. Ой. Че, ценничек? Да. Покажи, сколько он стоил раньше. Раньше стоил 10 тысяч.
Ну, то, ну, я спросила, в чем проблема, почему уценен. Она говорит, да ничего такого, косяка никакого нету. Просто у них товары присутствуют, те, которые, допустим, со скидкой, потому что это ликвидация со склада, бывают остатки, осталось буквально там, вот как мы вчера стулья смотрели, там два стула такого цвета, два такого остались, косяков нет, просто это остатки со склада. Там даже газлиф работал. Вот, а есть изделия, у которых, к примеру, не остатки со склада, но там какая-нибудь, не знаю, коцка, допустим, там где-то что-то, не знаю, у дивана там где-нибудь порвано или там строчка разорвана. В этом случае тоже там диван со скидкой, к примеру, продается. Кстати, покажи эти петли. Я хотел показать петли. Вот открой его. Нет, открой его с той стороны. Да, вот эти вот петли. Они прям вообще обалденные. Вот я такие никогда не видел. Ну, они хорошо сделаны. И вот именно такой системы я, ну, ни разу не видел. На таких катулках. Человек мебельщиком рассказывает. Ну, обычно они там простые, там какие-нибудь, там, ну, видно, что какая-нибудь дешевая ерунда. А здесь прям качество такое хорошее. На это я сразу обратил внимание. Да вообще, по сути, он сам по себе изготовлен. То есть классно. С хорошего такого материала. Не из дешевого. Буду откровенна, наша шкатулка мне тоже очень нравится. Хоть она и максимально примитивна, с цепочкой. Стеклянная, зеркальная, но мне она тоже очень нравится. Я в восторге. Ну, там половина бижутерии. Да, а сюда бижутерию Андрей сказал вложить нельзя, это только для золота. Почему? Можно вложить бижутерию? Что ты начинаешь? Моей бижутерии там места не будет. Ну, тогда еще раз даем тот магазин, как-нибудь еще раз вам снимем обзор, только уже на других два магазина по Москве. Я посмотрела, у них еще Рига Молл по Новорижскому шоссе. Там побольше у них площадь для магазина, и там у них больше товара представлено. Я вот туда потом заехала. Но туда нужно ехать, когда нам по пути, там на съемку, еще куда-нибудь. Просто так туда ехать, конечно, не сильно близко. Ну, нам, во всяком случае. Ну, ладно, подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите новых серий. На следующий день поехал на рыбалку на форель. Я ездию в лагуну в Подмосковье. Здесь стоит путевка 3500 с человека, без нормы вылова. Запускают 5 килограмм на путевку. Поймал пару форелей. Клевало на белую резину.